Доброе утро! Доброе утро, мои зрители, мои подписчики! С вами канал «И жизнь, и слезы, и любовь». Беларусь, Гомель. Меня зовут Светлана. Как вы видите, у нас лежит снег. Вчера я вечером шла в 11 часов 23.00. Была метель. Сегодня у нас вот такая вот температура, почти 10 градусов, но не 10, 9. Ну, будет немножко больше на 2 градуса. И оно, наверное, все растает, увлажнит нашу почву. И все у нас будет по-прежнему, будет весна. Но, однако, неприятно. Этого снега совсем-совсем не хочется. Совсем. Так что вот так, мои хорошие. Девочки, вот такие у нас лужи после вчерашнего снегопада. На улице вроде бы тепло. И вот так льет с крыш. Вот. Снег тает, и с крыш вот так вот льет. Иду в Нермак Гомель, надо купить хлеба. Он мне не нужен. Но пусть будет хлеб в доме. Только за хлебом иду, больше ни зачем. Только за хлебом надо купить, только хлеба нам. Масло подсолнечное стоит. Так, соль и соду разбирают, наверное, глянем. Соль стоит. Даже, по-моему, что-то за соль. Это мелкая. Бедновая. Или, может, крупная эта соль? Крупная? Соды валом. Тортики. Даже не буду думать о них. Ой, нет настроения, понимаете? Нет настроения. Скумбрия 23 рубля, копченая 24 рубля. Шейки он есть. Шейки. А почем тут шейки? Шейки птичьи 3,22. Но пока не буду маме брать. Не хочется мне с ними возиться. Не хочется мне с ними, девочки, возиться. Фарш лежит. Фарш фирменный, мясной, деревенский. Сердце свиное 7,90. Почки свиные 4,79. Вам зеркалит, вам ничего не интересно это. Пельмени. Надо, наверное, мне поставить не на зеркальную съемку. Так хоть не на зеркальной съемке будете все видеть. Сальтисон 8 рублей. Любительская особая. Вот эта вкусная брестская 8,15. Колбаса телячья 10 рублей. Ой. О, сегодня хлеба пусто. Белый мне не нужен. Брест литовский, вот хороший хлеб лежит. Но он же целый. А, это батон лежит, это батоны. Батоны, батоны. Ну вот, брест литовский хлеб. Зачем мне такой огромный вот? Вот на кого он рассчитан? Он вкусный.
нарезной. Сегодня воскресенье, нет никакого привоза. Это тоже не свежий. Рубль 14. Короче, вот не скажешь, что нету хлеба, да? Хлеб есть, но тот, который тебе нужен, его нету. Хлеб бородинский особый, заварной. Он такой черный. Вот какой взять? Никакой. Хлеб есть и хлеба нету вроде бы. А вот есть брест-литовский хороший. Но он серый. Вот. Хлеб пшеничный, брест-литва. Он серенький. Его трудно жевать, он берется во рту таким вот комочком. Но он свежий. Наверное, этот возьмем. Наверное, возьмем этот. Ну-ка, это что за хлеб? Марусин какой-то. Все, ладно, возьмем этот, чтобы никуда не ходить. Рубль 6. Так. Так, надо маме взять, наверное, пакетик киселя. Сестра сказала, она выпила, говорит, залпом его. Этот кисель в пакетике одноразовый, на один раз в чашке его разбалтываешь, если он есть. Сейчас посмотрим. Вот здесь я его брала. Так, дрожжи. А его и нету. Сестра мне звонит, все. Ребята, это что, у кого-то была попытка? Или это приготовлено для меня? Наверное, для меня приготовили. А мыло не положили кусочек, не? Висит такой вот пояс. Пояс. Наверное, кто-то для себя готовит. Такую, это же надо было там завязать. Ужас. Все, так что можно приходить в трудную минуту. Леньки голубка нету. Он им открыл коридор, чтобы они дышали. Они вон вышли на террасочку вверху и перышки чистят. А дикие гуляют. А это что за белые бегают? Это какие-то вообще трясогузки. А те хлеб он им кинули. А эти вон. И там вон они сидят, воркуют. Слышно вам, как они воркуют, вот эти вот? А эти бедолаги бездомные, что перепадет? Леньки нема, наверное, пошел на ярмарку. Девчоночки, это я, вам же показаться надо за сегодня. Что я не пьяная, не опухшая. Не квасила ночь. Стойте. Сходила я в магазин, пошла только за хлебом. Купила вот такой вот каши из трех злаков, потому что у меня закончилось вообще. Утром перекусывать нечего. Купила вот такой вот хлеб брест-литовский. Он вкусный, но его когда жуешь, он во рту берется комом. Он такой вот оттесливый. Республика Беларусь, город Брест, улица Смирнова, 100. Улица Смирнова, 100. Вот такой вот хлеб, пишется, пшеничный. Как же я буду без творога? Я же без него помру. Я без творога не могу и дня прожить. Творог рогачевский, хороший, 6%.
И купила себе халвы. Такую вот упаковочку. Вроде бы все, мои хорошие. Далеко не пошла, никуда вообще нет настроения. Загружу сейчас вам это видео. Да буду собираться к 4 часам, идти же надо. Идти надо на свою работу, на свою службу, на свой догляд. Вот, вы знаете, больше нечего сказать вам. Вот такое будет сегодня видео. На комментарии я там отвечаю, всем пишу. Пишу даже довольно-таки много. Если есть что ответить на комментарии. Спасибо вам за подписки, спасибо вам всем. Я ценю всех вас, кто даже меня вот упрекает в том, что я плохо смотрю, мать. Я все равно ценю этого человека. И ценю эту подписчицу, что мне сегодня заставило ей написать вот такими вот текстами. Я ей все объяснила, все, что было изложено в 90-х роликах. Все изложила. Ладно, мои хорошие. Все. Спасибо вам за то, что будете смотреть меня. Все, пока.